Всем привет, ребят. Ну что, наконец-то я прокачал огнекрыла на максималку, как и говорил. И мы ставим первым талантик ему баст и сделаем сейчас прокачку и обзор именно в такой сборочке. А потом дальше уже будем смотреть, что какой ему все-таки талантик имбовый. Скорее всего, нужно будет опять же не один, а два, а то и три, пока скин не выйдет огнекрыла, потому что герой реально достойный, судя по тому, что я уже увидел при его прокачке, действительно один из крутых, наверное, на уровне с Фрейей будет. Вот так вот у нас прокачка уже на 8-8 бастион, плюс 60 дает. Также у нас стоит для урона грубая сила. Тут чарами говорю, рунами. Так, давайте тут поставим, уберем, поставим вот так вот дефный вариант. Топор, в снаряге победный выпад будет пока, потестирую попозже его еще с доспехом, плюс 25% урона, то есть фактически он будет сейчас долбить как с БВшкой, без талантика. Так. В снаряге, кто смотрел, кто не смотрел, вот такая вот сборочка, уклонение плюс крит. Я собираю так героя в последнее время, чтобы еще и критовали. Так, отлично. Смотрим его статы. Что он имеет? 9222 атаки, плюс там еще дополнительно у меня где-то 300-400 будет, на максималке где-то 9500 будет. В принципе, неплохо. По жизни 301 тысяча, тоже плюс докачается чуть-чуть, то есть он, скажем так, нормальный танчик. Частота атаки 1000 раз в секунду, скорость движения 300. Что мы имеем по судьбе? Имеет уклонение 4750, это сюда еще доплюсуется 3000 от его умения, которое сейчас покажу. То есть точность, ну, в принципе, тут особо такого ничего нету, пока в судьбе его нет. Так, ну смотрим его талантик на десятке. Наносит урон равный 250 от атаки одному ближайшему вражескому герою каждые 0,2 секунды в течение 2 секунд. То есть он бьет 10 раз за 2 секунды. Это как Афина. Офигенный дамагер получается. Также он увеличивает получаемый этим героем урон на 50 в течение 1 секунды. Его можно будет использовать на архидемоне, и там нереально просто будут дохренище набивать на нем. Ну, быстро будет убиваться, я потестирую обязательно. Также он имеет форму магмы, наносит урон равный 1760 от атаки в течение 4 секунд по вражеским целям в случайной области. Это как там медузы, допустим, он бьет по области. Получается огненное такое, не знаю, там овальный там круглый кружочек, скажем так, и там происходит этот урон. Сейчас вы это все, в принципе, увидите. Также самый основной, он накладывает паралич на 3 секунды, кулдаун 4 секунды. Это просто жесть. То есть парализует, и можно против Фрейи офигенно даже стоять. Также вот, герой активирует форму магмы во время выхода на поле боя и каждые последующие 6 секунд на 4 секунды. То есть у него активируется магма сразу, как только он есть, на 6, и каждых потом 6 секунд, и еще раз на 4. В форме магмы он восстанавливает себе 100% здоровья, то есть он себя сразу хиляет, это офигенный бонус. И также получает на 300 очков уклонения больше. Имеет иммунитет к оглушению, страху и эффектам, снижающим энергию. Так, чтобы вы понимали, это просто жесть. Некрос отдыхает. Я вам скажу так, Некрос отдыхает, этого героя мы можем собрать с сундуков лабиринта осколками. Я постараюсь показать, какой будет процент там, но в принципе, я думаю, придется немножко попотеть обычным игрокам. Так, ну что, поехали тестировать его с бастионом. Смотрим. 175 тысяч сразу же урон от этой зоны, которую я вам показывал. Вот теперь смотрите сюда, что делается с героем. Это просто пиздец. Просто нереально, ребят. Ну, что вы скажете на вот это? Что вы скажете по поводу этого героя бездонатного? Это не Некрос, который там бьет. Да, там бьет по зоне. Вот сейчас выпустим Некрос, у меня есть. Он бьет там в другую сторону. Это просто жесть. Тут столько урона в нем. Я не знаю. Сейчас мы пойдем в другие локации тестировать. Но Некрос, по-моему, Некрос отдыхает.
Вот есть Некрос, давайте попробуем тут сейчас, если получится у нас выпустить. Кто там у нас? Гаргул. Если получится один на один с Некросом, интересно будет посмотреть на это все. А Гаргул идет еще. У Некрос долбит нормально. Но Некрос отдыхает просто. Просто он, блядь, поимел Некроса, как ребенка какого-то. Что вы скажете на это? Это просто пипец, ребят. Вот он имбовый. Почему я написал и сказал, что это будет очередная имба? Потому что это просто необъяснимо. Добавлять таких героев, которые имеют там кучу всяких иммунок, восстановления и прочую хрень. Я вспоминаю Некроса, он в свое время был офигенным героем. Но то, что вот это, смотрите, что он делает. Он просто их оттарабанил всех. Вот сейчас единственный вариант, что его может слить Фрея. Но смотрите, вот смотрите сейчас на... Блять, пиздец, он просто Фрею поимел. Вот просто ее поимел. Вот, вот... Я не знаю, что вам сказать. Вы уже сами, в принципе, думаю, догадались, но... Просто жесть. Что он будет творить на PvP-локациях, на остальных локациях, я даже не знаю. Я даже сейчас думаю, с каким талантом его качать. Вот Бастион, вроде и жизни нормально у него, и атака есть. Грубую силу поставишь, 60% жизни, а так в районе 200 тысяч меньше будет. Ну, просто все, герой он нахрен слил. Он бьет по героям этим скиллом своим. То есть именно по героям. Вот этот основной скилл его зонально бьет, а этот по героям сносит героев. Плюс, ребята, он автопрокер. Сейчас я поставлю вот так вот. Снять. И ставим пятую ремочку. Эмблемы. И смотрим сюда. Точнее, я вам не то показал. Давайте сейчас. Просто жесть. Он их просто оттарабанил. Жестко причем оттарабанил. Ну, Фрея затащила. Ну, не знаю. Смотрим. Сейчас я покажу вам его автопрок. Вот где-то подальше выпустим. Вот смотрим. Он не долетает. Видите, уже автоматом включился его скилл. То есть, если на него поставить воодушевление, он будет ультовать возле себя. Вот опять героя снес издали. Смотрите, урон 291 500... Я херею. Ну это просто жесть. Посмотрите, как Афина бьет. Это просто жесть. Я даже не знаю, что сюда еще можно добавить. Ну, плюс 500 тысяч себе восстановился. Череп его вроде там сливал. И нифига не смог слить. Он наносит, дает паралич и все. И череп просто, он 3 секунды просто стоит. Это просто вау. Однозначно, ребята, это IGG постарались. Ну все, снес. Думаю, им можно будет пробовать БГшку в соло проходить. Не знаю, как он будет на дефе, но достойно, достойно очень. Уклонение немерено. 3000 уклонения дополнительно дает. Вот Афина он бьет. Все, Афина просто пропала. Ворожай. Отлично, давай, повелитель бури. Это просто издевательство над всеми героями. Так, вот тут вот интересно, Фрея это может затащить его. Не знаю, или затащит. Он себя отхилил. Да, Фрея должна затащить его. Ну, затащила однозначно. Ну, против Фреи сложно. Ну, смотрите, он всех героев поимел практически. Побежали в следующие локации, посмотрим его. Давайте на подземках посмотрим. Думаю, на подземках тоже очень интересно будет на него посмотреть. Так, жестокое, 8. Давайте вот эту жестокую. Люблю на ней тестировать. Тут есть мясо. Смотрим. Тут он уже не так будет проседать. Так, что там? Вот он начинает дамажить героев. Просто жестяковый у него урон получается. Так, сейчас они все к нему прибегут. Ну, конечно, проседает. Ну, тут... Ну, по урону отлично. Супер смотрится. Так.
Хорошо, побежали дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас будет... Давайте потестируем его на арене. Создать команду. Сейчас я его добавлю сюда. Так, вот он. Поехали, вызов. Изменить. Пускаем его одного, смотрим. Вот он с ремочкой. А видите, здесь не включается. Значит, не автопрокер, как-то непонятно. Ну, урон его. Вот когда появилось пламя. Так, давайте вот этот, интересно. О, попали на Бигфута, смотрим. Вот опять включилось. Я как-то не могу понять, то ли это зонально. Ну, просто Бигфут. До свидания. Так, ну-ка кого-то найдем интересного. Зональный урон, ребят. Все, до свидания. Все герои просто до свидания. Одной тычкой. Блять, это жесть. Какой у него бешеный урон. Вот стрелок есть, поехали. Один стрелок. Ну давай. Раз, два, три. Просто жесть. Паралич наносится и все. И герой просто не имеет иммуна к параличу. Вот оно. Действительно четкое обновление. Так, смотрим тут, кто у нас тут. Стрелок. Смотрите, что стрелком. Ну тут сейчас быстрее у нас. Ну он просто шатает их. Смотрите, как он по карте бьет жестко. По всем, причем сразу массово. Круто, однозначно плюс. Так, давайте сейчас уберем отсюда ремку. Снять, вернем сюда обратно. У него все равно набор быстро идет. И побежали, потестируем, знаете где? Ты Колизей. Забытый, хочу его создать команду. Так. Вот эту команду меняем. Ставим его. Вот ставим его одного. Вот пусть один он попробует. Сейчас обновлю. Так, вот он один. Поехали. Смотрим. Вот интересно, как раз будет хранитель. Вот он включился. И что мы видим? Ну, в принципе, подслил там героя. Ну, конечно, его тут... Он ушатался об огненку, то, о чем я и говорил. Что он убивается об отражалку любую. И это очень печально. Так, а тут у нас наш Бигфут. Просто топчик. В новом скине затащил. Я думаю, этого героя реально можно будет применять на всех локациях. На тех же самых лавах, там везде, блин, паралич вводится, дается дофига урона, дофига атак. Скорость атаки получается у него бешеная просто. Так, смотрим. Сейчас на него должны молчанку наложить. А нифига миссуют они, видите, что происходит? Ну что вы скажете на вот это? Ну скажите, что это реально не имба. Это, блин, реально топовый герой. Действительно, за последнее время, что я играю, за 2 года, это единственный герой, которого я вижу, который без доната и который будет нагибать до хренища всех остальных. Фрея тоже без доната нагибает, но Фрея по одному сносит, а это массово бьет. И тут, конечно, просто, блядь, шок. Тут Фрея сейчас должна ушатать. И плюс хранитель. Я, блядь, в шоке, нахуй. Что это было, блядь? Просто вау. Просто, блядь, IDG, красавчики. Что вы делаете с игрой, следующий вопрос, блядь. Зачем вы это делаете? Это дисбаланс дикий. Даже пусть он будет донатный, там изначально не донатный, но смотрите, что один герой делает со всеми прокачками. Он просто шатает всех. Ему просто насрать. Все. До свидания. Ну, Фрея сейчас затащит или нет? Там еще череп остался. Ну, должны затащить, однозначно должны затащить. Не сдаемся. Смотрите, как он восстанавливает себя, 100%. Блядь. Это просто антифрея, ребята. Это реально антифрея новая. Смотрите, что он с ней делает. Он просто ее унижает. Он наносит, паралич дает и все. И она просто отдыхает. Просто нет слов.
Я, честно говоря, в шоке. В подземках, ладно, бог с ним. Забытый, офигенно, атака фортов однозначно будет офигенно. Архидемон будет помогать вместе с повелителем бури. Там будет бешеный дамаг, можно будет набивать 2 миллиона. Все локации, он будет топовым. На волнах я, к сожалению, сейчас не протестирую. Та же самая лава там. Давайте зайдем в этот, еще потестим на адском саммите. У меня тут он, по-моему, стоит, я уже даже бегал. Сейчас посмотрим здесь на него. Ну, я не знаю, ребят, это кайф. Действительно, это кайф. Так, ну что, поехали. Давайте станем отдельно, что ли. Все хотят бегать раздельно, окей, не вопрос. Встаем вот сюда, поехали. Так, смотрим. Так, ну это сливают наших братьев. Вот он вверху, смотрите, зонально он просто их, просто в паралич вел, и они стоят, они ничего не могут сделать. Вот плюс какой, видите, да? Просто кайф. Они просто стоят в параличе, и они ни хрена сделать не могут. Тут даже надо будет пробовать все-таки одному фармить соло. Просто топчик. Ну, сейчас посмотрим. Кайф. Реально кайф. В параличе он просто стоит 3 секунды там, или сколько там паралич. И он ничего сделать не может, ребят. 3 секунды просто жестко. Вы уже видели на примере Фрея, это просто жесть. Вот смотрите, мы просто, он там, тот демон даже не включается практически. Кайф. Просто кайф. Берем ускорялку. То есть для таких локаций, для фарма на волнах, просто огонь герой. Отлично. Так, ну в принципе так все. Я уже дальше буду его тестировать в том же самом лабиринте на других. Вот такая вот сборочка с бастом. Мне, честно говоря, она нравится. Пишите в комментах, какую вы хотите увидеть еще сборочку. Но вот эта сборка интересная. Жизни добавляет, урона добавляет. Он, соответственно, себя хилит неплохо. Есть варианты, конечно, прокачки. Сейчас что там у меня по талантикам есть. Еще интересного. Грубую силу на максимальный урон собрать. Но урона у него и так хватает. Не вижу смысла. Каменка и ожог. Вот такие еще есть варианты. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. В принципе, все. Обзор я вам показал. То есть, герой просто имбовый, чумовой. Не знаю, там мега крутой. Это действительно так. Все. Пишите комменты. Подписывайтесь на канал. Делайте репостики. Обязательно ставьте лайки. Всем пока.